Вотчина великолепная. Мы второй раз тут. Первый раз мы были в 2008 году. И вот сейчас приехали. Ой, да все понравилось. Все интересно, детям весело. В городе погуляли, сходили на почту Деда Мороза. Экскурсия у нас была обзорная по городу. И вот здесь пока осматриваемся, ходим. Я получила подарок шопер. Шопер-сумку. И сладкие подарки. Дед Мороз ходили, рассказали ему стишки, получили бонусы, да? Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Сказка умница и прелесть, с нами рядышком ждет, чтобы снова добрый злого победил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Сюда приехали. Приехали сами, как дикари, конечно, ну, с детьми. Очень понравилось, очень классно, интересно. Ну, детям вообще ощущение праздника. Мне понравилось Краплосада. Вот прям, ну, мне понравилось, да. Самое активное, позитивное. Аниматоры здоровые. Дети ждут встречи с Дедом Морозом. И также взрослые, когда сюда приезжаешь, вот 33, прям класс, наконец-то. Поэтому всем советую, обязательно вернем. Здесь очень здорово, сказочно. Вот одним словом, это сказочно. Для взрослых и детей.